Снова здравствуйте. Всем привет, 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 привет. Ловите хайпы, ловите свет. Дорогие друзья, Олег Алаус Гудвин вас всему научит. Сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии и рассмотрим прием, который можно сделать с человеком стоя и сидя. Ну вот начнем с того, что сидя, стоя в следующем ролике запишем. Посадили его к себе спиной, спину выпрямили, наклонили голову. Да? Ну, во-первых, отсюда также можно все прощупать. Остистые отростки шейного отдела, шейно-грудного перехода. Прощупываем достаточно. Ну, я заострять просто на это внимание сейчас не буду, да, чтобы не тратить время ролика. Прощупываем боковые отростки таким способом, что вот покрутили шею, да, на наклоны, экстензию, на. То есть это была флексия, вот теперь экстензия. Проверили, да, как они работают. Нет, сам не крути. Предупреждаю обязательно человека, что. Чтобы он нам не помогал никак, да, и не сопротивлялся. Просто расслабился, голова, то есть, должна быть как такая пустая кастрюлька. Там, да, болтается туда, сюда. Сама прям подсказывает ему, да, чтобы он расслабился. Опять, например. Вот, по своей тяжести он качается, как пушечное ядро, туда-сюда, туда-сюда. Вам сейчас мысли не нужны, думать ни о чем не надо, помогать не надо. Да-да, не, я прогнулся. Вот, да ничего не делай, вот. Ну, то есть мы протестировали, да, поняли, что нам нужно сделать. Ну, например, нам нужно поставить грудные позвонки, они развернуты, да, или шейные, там седьмой, шестой развернут. Как, кстати, понять, какой позвонок первый грудной, а какой шейный? Седьмой самый выпирает такое. Не всегда, они выпирают обычно два позвонка, именно и первый грудной, и седьмой. А бывает еще у некоторых людей выпирает и шестой, вот видите, вот там два, седьмой, шестой, и первый, и второй, и третий позвонки грудные у некоторых людей бывают, так выпирает, все сразу. Хорошо, как определить? Дело в том, что у грудного позвонка, видите, он прямо идет первое ребро, первый позвонок, первое ребро идет, поэтому он жестко закреплен. А седьмой позвонок, он будет подвижен, то есть накладываем на него руки. Ну, палец, например, да, наклоняем голову, поднимаем, вот, и мы чувствуем, если он шевелится, значит, это шейный. И если вот сбоку, например, взяли наклоны, если он ходит туда-сюда, значит, это шейный позвонок, если нет, значит, грудной. А, на месте, когда стоит. Да, когда стоит на месте, так более проще. Стабилен, да, он закреплен да, за счет кольцом из ребер, да. Ну, соответственно, какие у нас есть воздействия. Берем руку нашу, плотную делаем, как стрела. От вот этой косточки вдоль лучевой кости, вот у нас должна быть прямая линия, да? Вот так вот. Втыкаем ее под углом, нужным нам, да? Вот большой палец, он показывает вектор нашего давления. То есть мы практически можем докрутить до четвертого, чуть ли там не до пятого грудного позвонка. А голову будем нагибать на свою руку. Вернее, ты сам еще не делай. Вот так вот на руку. Движение одновременное. Вот такое. В плоскости тела. Угол играет на наклон головы? Нет, не играет. Для грудного дела не играет. Да, для шеи играет. Для шеи чуть-чуть с поворотом будем делать. Чуть-чуть наклонение. Сам ничего не делал, не подсказывает. Я просто спросил. Вот. Теперь обязательно спину выпрямили. Нам нужно ее закрепить таким образом, что мы держим за себя. Да? Вставили руку. Там какой лучше видно, вот это, наверное, да. Вот. И, соответственно, видите, он часто бывают такие пациенты, они держат голову, да, либо страхуются, либо там подсознательно. Кстати, вот смотрите, вот так рука неправильно. Вот видите, слабость в ней. Не так мы ставим, не так, не так. Ровно прямую. Вот, вставили. Ну, блин. Даже это в трапецию попадает. Да. Да, через трапецию мы через давим. Трапецию, соответственно, что... давим на боковые отростки. Да, да, да. Сюда. Как раз она получается и чувствуется. Да. И теперь вот поставили. Теперь его голову расслабили. Чтобы его расслабить, запутайте его бдительность. Немножко сам не крути. Вот немножко покрутили вот так. Вот так. Покрутите хаотично, чтобы он не понял, как бы не догадался, что вы хотите сделать. И потом неожиданно друг на друга наводим руки. Ух, блин. Вот так глубоко. Ой, ах.
хорошо. Вот откуда щелкнул? Где-то вот тут, да? Да. Ну, где-то примерно второй, третий грудной позвонок щелкнул. Если нам нужно шейные позвонки, значит, мы меняем угол, да? Вот, уже я в С позвонок, С7 уже целюсь. Вот видите, поменяем. А, и палец тоже, да, вот за счет этого идет и движение локтя? Был, да, вот большой палец, он как бы нам вектор показывает. Да, вот вектор. Раз, вот, поменял вектор, теперь буду вот сюда давить, да? Угу. Только седьмой. Чик. Там, теперь вот шестой, пятый, да? Уперлись рукой в акромиальный отросток. Вот. Через ладонь, вот у нас будет вот этот вот инструмент, в указательный палец, прицеливаемся, ну, каким вам надо, например, там, пятым позвонком. А здесь уже, смотрите, если там мы давили через верхнюю, через макушку рука была наложена, да, то здесь у нас мы давим через височную долю. То есть нам надо как бы накатить голову на свою руку. Для чего это делается, вспоминайте по нашей схеме. С противоположной стороны надо растянуть, да, да, а с этой стороны вставить и с движением, соответственно, по диагонали вверх. То есть все наши движения идут вверх. Стараемся делать. Так, демонстрирую, сам делай. Раз. То есть голова не ротируется, ничего, так же все идет, да? Да, голова не ротируется, да. Нет, она чуть-чуть ротируется. Вот, вот так, да, уже? Да, потому что нам нужно еще добавить ротацию осистых отростков вот сюда, в сторону. Вот, например, на третий переместили руку, на второй позвонок переместили руку. Вот до второго добраться тяжело, тут мешает сама челюсть еще, да? Поэтому постараемся загнуть голову чуть назад и давим вот туда, вот по такой спирали, вверх. Угу. Там на видео ничего не будет видно, ты держишь как-то низко и близко. Вот, смотрите, высвободили из-под челюсти, да, нашу ладонь, чтобы она не мешала. И давить будем, как будто, представьте, тут антенна такая, да, она должна быть вот по такой дуге, нисходящей, идти вниз. Угу. Слабились. Описывая линию логарифмической спирали, за висок. Вот. Натягиваем, натягиваем и раз. Одна пятка, натягиваем, натягиваем. Натягиваем, натягиваем. Раз, вот так. Ну, кому-то, например, не хватает, ну, шеи разные у людей, да, и по плотности, и по длине. Не хватает, например, вот этой части, да, можно поставить свое предплечье, да, и вот оно, видите, круглое, мягкое получается, как подушечка такая, да. И вот на предплечье вот так мы натягиваем голову, натягиваем с подкруткой, видите. И когда дошли, вот поняли, что преднапряжение прошли, свобода движения появилась, после этого, оп, давление в затылке. Прям по руке, да? Да, прям по руке, по своим лучевым костям. Чик. А так голова более послушной становится. Да, она говорит, да, голова послушная, потому что... Более лучше человек как бы расслабляется полностью. Да. Так, продолжаем работать с шеей. Теперь повороты. Это прежде всего на атлант и на второй шейный позвонок, на аксис. И забыл сказать вам, что лучше всегда работать через тряпочку, чтобы у вас не соскользнула случайно рука. Да, ну, в данном случае человек без масла, сухой, поэтому я проделал сразу на кожу, а так вообще через тряпочку. Значит, смотрите, поворачиваем голову в бок, кладем ее на руку, щекой положили на руку. Вот, я лег, да. Вот, почувствовали качание, да. А вот предплечьем уперлись в плечо его, да. Вот получился столик такой, да. А второй рукой расслабляем ему задние затылочные мышцы вот эти, да. Хватаем мягко под затылок, вот. Угу. И у нас тут давление должно быть вверх, мы как бы поднимаем. То есть мы должны череп приподнять и повернуть. Приподняли, повернули, поставили назад. Приподняли, повернули, поставили назад. То есть эту руку я тоже буду приподнимать. Еще раз. Вот такой прием. Еще раз. Сам не качай. Вот тут даже вот ладони, например, да, не пальчиками, а уже ладони. Вот я чувствую, что надо посильнее. И хорошо. Вот как раз здесь. Это атлант. Это был атлант. Так, ну теперь еще на растяжение шею, да. Вот они, например, скомпрессированы, да, вот эти позвонки, шейно-грудной переход. Берем тряпочку чуть поуже, чтобы руки освободить. Руки хватаемся за шею.
за шею. Замок или бит? На замок, и большой палец сюда. Большой. Mm-hmm. В данном случае большой палец выходит вот назад, да, пониже. Ну, видите, у всех гибкость разная, да, вот желательно пониже. Подбородок мы касаемся ключицы, да, вот, без напряжения, просто расслабься. Mm-hmm. Свои руки накладываю пониже. Не пролазит. Так. И локти попытаюсь свести вместе. Локти вместе. Не получается, да? Да. Ну, да, начало это не получается, тогда перенесем руки вот на его запястье. Угу. А вообще, ну расслабься еще раз. Угу. А вообще можно было бы положить свои руки, у тех, у кого позволяет.